Пане Андрію, що ви думаєте про цю заяву Токаєва? Це був демарш чи це нічого дивного, просто продовження зовнішньополітичного курсу? Насправді Казахстан таки буде виступати в ролі союзника Росії, зокрема в питаннях обходу санкцій? Ну, смотрите, в Казахстан он и одновременно является и союзником России, и не союзником, да, потому что все-таки не хочется попасть под санкции западных партнеров Казахстана. А, насколько известно, экономически влияет Китай, Великобритания достаточно большую долю промышленности Казахстана имеет. Поэтому, в общем-то, вот те санкции, которые могут быть наложены западными странами за обход Путиным, путинской России санкций через Казахстан, они действительно пугают руководство Казахстана. Ну вот, поэтому, в общем-то, я думаю, что он выбрал для себя линию, наверное, как раньше Беларусь, Республика Беларусь выбирала все время лавирование между Россией и Западом. Потому что прекрасно понимание у Токаева президента есть, что ссориться с Путиным не надо, но в то же время не очень хочется как бы санкций для своей страны. Поэтому, в общем-то, будет вести как бы такая двойная игра. Но мы видим прекрасно, что после заявления на Петербургском форуме последовали санкционные вещи от России, прекратилась отгрузка на российской казахской нефти. Поэтому как бы у нас кнутом принято в России пользоваться, поэтому уже вот наказали, посмотрим на реакцию. Теперь матч на стороне опять Казахстана. А уже есть реакция, Андрей? Андрію, да. Є реакція, ну, то повідомляється, що вагони з російським вугіллям тепер заблоковані в Казахстані, 1700 вагонів, так? Якщо я не помиляюсь, була от інформація сьогодні ввечері. Ось така відповідь. Що це, як тоді виглядає ось ця ситуація, на ваш погляд? Що відбувається? Ну, смотрите, офіційні казахські власті не будуть делать, скажімо так, вещи, которые могут быть наложить санкции, однако частные предприятия и частный бизнес будет заниматься вот этим серым ввозом разных западных товаров через Казахстан в Россию. То есть этот серый импорт, который уже идет вовсю, и не только через Казахстан, и через Армению в том числе, он будет только вот, наверное, сейчас расти до введения против каких-либо частных компаний, санкции западных стран. Поэтому сейчас все пристально наблюдаем, какие компании участвуют в сером импорте, что это за люди, какие имеют они отношения к власти России или Казахстана. Поэтому я бы ожидал в ближайшем будущем каких-то санкционных вещей и вот на этот бизнес, который решил навариться, так сказать, и помочь России с западными товарами, которые на сегодняшний день многие находятся под санкциями, многие уже, большинство западных компаний ушло с российского рынка, поэтому вот этот бизнес, как развивал раньше Беларусь, Республика Беларусь, и мы прекрасно смеялись над великолепными белорусскими креветками или морепродуктами из Беларуси, которые наводнили российский рынок после того, как был запрет на ввоз, иностранной продукции, да, в Россию. Поэтому, в общем-то, это то же самое будет в Казахстане. Ну, а як далі, власне, будуть розвиватися відносини двох країн, Росії та Казахстану, от після того, що відбулося? Чи вдасться Казахстану далі так лавіювати? Ну, понимаете, как бы, опять-таки, сейчас не, Путин не может открывать несколько фронтов. Да? Он прекрасно понимает сложность отношений внутри так называемого ОДКБ, стран, которые вот, помогли якобы Казахстану справиться с последствиями там, мятежа или там, своеобразной революции, которая была в начале этого года. Вот. И такая, кстати, подчеркнула на форуме о том, что это не Россия является спасителем, а это действительно там страны, которые выходят в ОДКБ. Понятное дело, что решающая роль и возможности они у России больше, но он не хочет каких-то преференций. Мы видим, он достаточно жестко высказывал на форуме в Питере
Путину разные вещи, которые ему было неприятно слушать, безусловно. Но сейчас идет такая игра, что Путин и его преступник, который находится в власти России, им некогда отвлекаться на проделки казахского лидера. Но опять-таки они это все запомнят и обязательно дадут сдачу. Вот сегодня мы сдачу уже увидели, видели как бы запрета нефти. Но и дальнейшие какие-то шаги тоже последуют. Я еще раз говорю, как бы здесь последуют какие-то санкции с российской стороны. Но для Казахстана в сегодняшней ситуации главное, чтобы не было санкций западных стран для того, чтобы его не обвинили в помощи обхода путинским, назовем прям фашистами, да, тех людей, которые находятся сегодня у власти в России. Ему для него это как раз больше вред, поэтому он, наверное, все-таки просчитал разные ходы, и я думаю, что будет лавировать.